Так, хорошо. Очень хорошо. Повернись еще раз. Еще. Так. Высший класс. Что молчишь, Григорян? Ну, еще или хватит? Хватит. Молодец. А? Чем не передовик? Передовик. Показывать надо. Вот таких. Прекрасно. А как у нее с показателями? Что за человек? Какие показатели? Факт налицо. Нет, я имею в виду производственные показатели. Ах, производственные? Да. С этим делом, дорогой товарищ, как вас? Микаэлян, Вилен Микаэлян. С этим делом, товарищ Микаэлян, мы не шутим. Сколько у тебя процентов? 117. А? Молодец. У нас все такие. Mm-hmm. А какую она в заводском клубе новогоднюю елку организовала для детей? Да. Вот так. Mm-hmm. На себе ее была когда? На себе? Да. То есть как? Верно. Так, а наш технолог на заводской машине за рыбой мчался на Сиван. Что ты кляузничаешь? Ну и что? Он за это выговор получил. Да. Ну, ошибся человек. Конечно. Ну, а что произошло? По-вашему, все нормально. Ничего страшного не произошло. Неблагодарный народ. Да. Заботишься о них, выдвигаешь, они... Да, вот именно. Снимемся в кино. Кино? Зазнались, понимаешь. Снимемся. А где? Здесь, в цеху. Никакого уважения, черт знает что. Когда? Сегодня репетиция назначена. В 17, после работы. Да-да, знаю. На, зубри. Послушайте, товарищ Саркисян, может, она своими словами все скажет? Знаю я ее слова. Она такого наговорит, что нам не поздоровится. Да, мы любим поговорить. А? Слышал? Но... Я знаю свои кадры. Вызубри наизусть текст и скажешь там. Сейчас 11. После перерыва пойдешь домой. Понятно? Ага, ясно. Переоденься и сделай завивку. Хорошо, я сделаю кладку. Пока. Ага.